Всем привет! Очень много вопросов по обучению, по образовательной платформе и так далее, и так далее. Конечно же, у нас компания Faberlic с началом 11-го каталога, то есть уже более 10 дней назад стартовала фишка, ну, на момент съемки этого видео, с начала 11-го каталога. Мы в свою работу внедряем образовательную платформу Faberlic, 59 обучающих видео, 15 о бизнесе, 44 о личностном росте, и они помогут в развитии и продвижении нашего с вами бизнеса. Что могу сказать? Это супер тема, это супер фишка, супер плюшка, это просто нужно пройти каждому, кто есть на проекте Faberlic Online, и каждому, кто вообще зарегистрирован в компании Faberlic. Я вам это советую. Потому что половину видео я уже посмотрела, и я была в шоке от действительно огромного потока очень качественной и полезной информации. Что нужно сделать, да? То есть, во-первых, нужно определиться, какое вам нужно обучение. Я вам рекомендую, даже не раздумывая, брать премиум обучение 59 видео за 2000 рублей. И плюсом автоматом вы оплачиваете 50 баллов, как за инфопродукт. Да, то есть вам начисляется 50 баллов, и вы за эти 50 баллов получите действительно отличнейший материал не только для старта в бизнесе, но и для работы, и что нужно делать, да. Поэтому обязательно вбивайте вот эти 50 баллов и даже не раздумывайте и не берите вот эти вот мини-пакетики, которых не достает очень много действительно полезной информации. Берите сразу 59 видео и пересматривайте их. Далее, значит, где это купить, да? То есть получить список обучающих видео, доступным по подпискам, вы можете вот тут. Так, минутку. Так, значит, весь список у нас с вами вот тут. Открываем Microsoft Excel, да, то есть сохраняем файл, окей, да, то есть он у нас с вами скачивается, и мы с вами видим образовательную программу, да, у кого нет Microsoft, я, вот видите, вот эта программа, чисто продвижение Instagram, да, первая, самая дешевая, продвинутая, тут уже очень много всего есть, то есть всего 22 видео плюс первая программа, да, и третья программа у нас получается 34 видео дополнительно плюс продвинутая подписка, да, то есть все три в одном программы идут именно за 2000 рублей. Я вам честно скажу, что такое видео стоит, ну, совсем не 2000, оно стоит 22-32, но никак не вот эти копейки, которые вы заплатите, да, за 2000 рублей. Далее, так, минутку, не туда зашла. Далее, значит, что нужно вам сделать, да, то есть вы проходите в раздел услуги, значит, вот тут есть, так, минутку, где у нас услуги. Вот, значит, у нас с вами флеш-каталог, заказ по артикулу и заказ услуг. Проходите в заказ услуг и берете вот эту вот подписку. Давайте будем с вами смотреть. Образовательная платформа, продвинутая, 1000 рублей, базовая 400 рублей и премиум 2000 рублей. Нажимаете «Купить». Я уже ее купила. Купить ее можно только один раз одного регистрационного номера. Вот, нажимаете «Купить», и вам приходит логин и пароль на сотовый телефон. Тут указано, что вам приходит, значит, на следующий день после оплаты на ваш электронный адрес будет отправлено письмо с кодом активации. Мне письмо отправлено не было, оно мне пришло на сотовый телефон. Вот, но на всякий случай 10 раз перепроверьте в своем личном кабинете. Сейчас я вам покажу, где. Значит, личный кабинет грузится. И вот тут вот есть, личные данные раздел. И в разделе «Личные данные» есть раздел «Контактные данные». В разделе «Контактные данные» у вас должна быть актуальная почта. Если эта почта у вас не актуальна, и вы ей не пользуетесь, и у вас уже давным-давно, к примеру, другая почта, или вы ее не вбивали при регистрации, нажимаете слово «Редактировать», вбиваете сюда новую почту, нажимаете «Отправить код активации», на эту новую почту вам код активации приходит. Да, то есть вам приходит код активации, вы его сюда вносите и нажимаете «Сохранить». И у вас уже на вашу почту будет приходить, да, то есть то, что подтверждено. Почта ваша должна быть подтверждена. Вот смотрите, как раз в разделе «Моя структура», тема, конечно, не этого видео, но
А вот она, видите, пришла мне сразу же, да. Есть вот такие вот люди, как неподтвержденные консультанты. То есть 1651 человек у меня не подтвердили почту. Это говорит о том, что как раз вот в этом вот разделе, где я вам показывала, у них просто не подтверждена почта. Вот это как раз оно и есть. А далее, когда мы с вами заходим, так, минутку, потеряла, да, проходим по этой ссылочке, еду educationfaberlic.com и приступаем к обучению. Доступ к платформе предоставляется на 21 день с момента активации кода. То есть код я активировала сегодня, значит, с сегодняшнего дня я 21 день могу просмотреть ролики. Приобрести подписку на платформу могут все консультанты со всех стран, кроме Монголии, Марокко и Турции. Обращаем ваше внимание, что все видеокурсы, предоставленные на платформе, доступны только на русском языке. Ну и компания Faberlic желает нам всем успехов в росте. Ребят, за 2000 рублей 50 баллов – это мега дешево, мега круто. И вообще сейчас в компании Faberlic есть все. И аппараты Денос, и промо-балл, и полный балл, и вот такой вот очень дешевый балл. Да? То есть один балл выходит, я вам так сейчас даже посчитаю, да, 2000 рублей мы делим на 50 баллов, и у нас с вами получается 1 балл всего лишь 40 рублей. Да, также у нас с вами есть продукция не по промо-баллу, по полному баллу. Мы с вами умножаем также на 50, да, то есть второй заказ у нас с вами уходит 3750, ну плюс доставка где-то 400 рублей, да, тут без доставки у вас будут выходить такие копеечки, да, 2000 рублей без доставки. И, конечно же, у нас с вами есть промо-балл, да, то есть это одежда, это нижнее белье, это колготки и акционные товары, да. 150 мы с вами умножаем на 50 баллов, получается, 150 мы умножаем на 50, получаем 7500 рублей. То есть сейчас можно сделать тремя видами, да, то есть можете делать одеждой 7500 товарооборот себе, это будет 50 баллов, да, и промо-акциями, да, одеждой и промо-акциями. Также можно сделать заказ по полному баллу, это такое, как витамины, там шампуни, там, да, парфюмерная вода, это все идет полный балл, и у вас получится 4000 рублей, да, вместе с доставкой, грубо говоря. Или можно взять премиум пакет всего лишь на 50 баллов, у вас выйдет 2000 рублей без доставки. Поэтому, конечно, это очень хорошее вложение, очень хорошее, потому что все-таки сколько продукции вы не рекламируете, пока вы не поймете суть, как вести бизнес, что такое бизнес, да, через интернет, на земле, что это такое, как строить структуру, вы, конечно, не сдвинетесь дальше продаж, да, то есть и все вы знаете, что на проекте Faberlic Online продажи – это не акцент. Это не акцент на проекте Faberlic Online, это акцент именно искать активных лидеров в свою команду. И как раз в этом обучении вы найдете ответ, как искать активных лидеров в свою команду. Потому что там учат и вести бренд, там учат и копирайтингу, правильному написанию постов и так далее, и так далее. Далее, значит, зашли мы на этот сайт, да, вот, мы на него заходим. У вас тут вот сбоку выйдет ввести свой регистрационный номер и код доступа, который нужно ввести, чтобы вы сюда вошли. И вот вы видите по личностному росту 53 видео, да, и вы видите бизнес с Faberlic через интернет, вот они идут, да, то есть идут как вот бизнес через интернет, тут идет и Инстаграм, и копирайтинг, и контентная стратегия, контентное построение личного бренда, да, то есть как получить клиентов из социальных сетей, публикации промо-постов в Инстаграм, да, то есть видеоинструкция по оформлению профиля, очень важно оформить профиль правильно, все мы с вами это знаем. И тут, как вы видите, есть первая, вторая страница. Это просто невероятно крутое обучение. Берите, обучайтесь, растите. Очень много людей меня в личку спрашивают, а можно в вашу команду, можно в ваш проект? Сейчас это не важно абсолютно. Вы можете просто взять, начать обучаться, и все у вас будет хорошо. Потому что
видео будут каждый 21 день для вас обновляться, добавляться, и у вас будет все больше и больше знаний. Всем удачи, всем роста, всем везения, терпения, активности. Да, самое главное – это активность. И знаете, кто хорошо растет летом, кто хорошо рекрутирует летом, тот осенью снимет несколько директорских статусов в своей команде и свой директорский статус, конечно же, сделает. И это факт, и это уже достоверная информация, потому что она проверена не один десяток раз. Всем удачи, всем пока!